Другим темам: оформить биометрический загранпаспорт с 10-летним сроком действия жители округа теперь могут в Центральном офисе МФЦ. Сейчас документы принимают раз в неделю с привлечением сотрудников окружной полиции, ну а в будущем эту функцию будут выполнять непосредственно сотрудники МФЦ. Тем продолжит Ирина Никешина. Одной из первых услуг по оформлению биометрического загранпаспорта через многофункциональный центр получила жительница города Марина Вараксина. Документы мы подали через госуслуги. Очень удобно. Заплатили 3500 всего. Через 3 дня нам позвонили. Сказали, что можете прийти получать. Спустя 3 дня после подачи заявления через госуслуги Марину Вараксину вместе с супругом пригласили в центральный офис МФЦ для оформления документов. Биометрический загранпаспорт они смогут забрать здесь же через месяц. Для реализации проекта многофункциональный центр закупил портативное оборудование. Оно установлено в отдельном кабинете. В перспективе в МФЦ установят специальную криптокабину, которая будет стационарно осуществлять прием документов. Пока до покупки криптокабины эту функцию осуществляет сотрудники МВД. У нас раз в неделю приходит сотрудник МВД, мы будем вести прием 1 раз в неделю. Ну, по мере, скажем так, необходимости можно это количество дней увеличить. А в том случае, если будет закуплена криптокабина, функции перейдут на сотрудников МФЦ. Пока мы еще не определили, все ли это будут сотрудники, либо какой-то один подготовленный. Напомню, срок оформления документов на биометрический загранпаспорт составляет 1 месяц. Для тех, кто решит воспользоваться такой возможностью по месту пребывания, этот срок будет увеличен до 3 месяцев. Эти паспорта принимаются рядом стран, в отличие от паспортов старого образца, которые уже в некоторых, в частности, европейских странах не принимаются. Напомним, что проще всего подать на получение паспорта через портал госуслуг. Кроме того, там можно получить скидку в размере 30%. Соответственно, стоимость заграничного паспорта для достигших совершеннолетия граждан составит не 5000 рублей, а 3500. В Нарьян-Маре оформить документы на загранпаспорт нового образца можно в центральном офисе многофункционального центра. Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».